Радий зустрічі з вами, шановні телеглядачі. Мене звуть Олексій Грін, і це програма «Музичний ранок». Сьогодні, 8 вересня, відзначається Всесвітній день солідарності журналістів. І саме сьогодні я до нашої рубрики запросив цікаву особистість, яка займається музичною журналістикою. А також є музичним критиком та оглядачем журналу «Rolling Stone» Андрій Бухарін. Андрій, рад вас приветствовать. Да, здравствуйте, Алексей, и добрый день, дорогим телезрителям. Поздравляю вас с праздником, ну, в честь которого я вас сегодня и пригласил, с Днем солидарности журналистов. Очень рады, что вы сегодня с нами в нашей программе «Музычный ранок». Спасибо. Ну и, конечно же, ну, понятное дело, что раз уж я сегодня, ну, пригласил музыкального критика, то, конечно, логичнее будет начать говорить с музыки. Вот. И что хочу затронуть, самые такие громкие события этого лета. К примеру, вот хочу начать с альбома Depeche Mode. Они продолжают, кажется, тур сейчас, тур очень большой в поддержку альбома Spirit. Ну и хочется вообще как бы затронуть эту группу хотя бы, ну, совсем немного. Вот с группой Depeche Mode, когда у вас произошло знакомство впервые? Ну, надо сейчас вспомнить. Но я думаю, это было начало 80-х годов, угу. Собственно, когда они начинали, может быть, на пару лет попозже, чем они стартовали сами. А что можете сказать вот про альбом сам Spirit 2017 года? Ну, обычно всегда вот слышно, что когда группы очень много лет выступают и говорят, ну, это уже попса там и так далее. Вот вас он не разочаровал? Вы знаете что? Ну, он меня не мог бы разочаровать, потому что, в общем-то, я не являюсь фанатом группы Depeche Mode, и я слышал, что вот любители Depeche Mode, они его оценивают очень высоко, mm-hmm. что это какой-то такой новый подъем, новый прорыв. Я, честно говоря, там ничего особенно нового не услышал, потому что примерно то же, что в предыдущих альбомах на протяжении уже 20 лет. Другой вопрос, что все альбомы эти различаются между собой. Всюду есть какие-то свои элементы. Здесь, конечно, всех поразило вот это видео про революцию. Да-да-да. Вот его какая-то что такая, смотрели. То, что у них появилась такая какая-то, что они обратились к каким-то политическим вопросам. Но, в принципе, вы понимаете, мне кажется, что Depeche Mode — это прекрасная большая группа, любимая в мире, особенно и у нас любимая группа, одна просто народная. То есть все с ними хорошо и нормально, но для меня они уже давно не представляют интереса, потому что, знаете как, ведь музыкальный критик — это такой зверь особый, да, ведь в отличие от обычного нормального человека, нормального слушателя, музыкальный критик, как и любой другой критик, кино, там, арт, современного искусства, как любой специалист, у него такие более, с одной стороны, могут быть снобистские взгляды, с другой стороны, может быть, он в самом деле уже имеет такой более изощренный и наслушанный вкус. И поэтому обычно вот мнение критиков всегда отличается от часто, скажем, не всегда, часто отличается от мнения обычных нормальных людей и слушателей. Поэтому как бы Depeche Mode, да, большая, прекрасная группа, ее продолжают любить, но у меня к ней такое спокойное отношение. Мне кажется, что еще 20 лет назад закончился их золотой период. Вот с альбомом The Songs of Faith and Devotion, да? Который был, конечно, вот их уже пиком. Они были просто на пике формы, они были потрясающие. Это был такой 5-7-летний период, невероятно плодотворный, творческий. И, собственно, вот после этого альбома они явно перегорели. Они явно перегорели, и там есть еще такой момент. Это было связано с Дэйвом Гэхоном, или Ганом, как, да. Кстати, спорный вопрос, как произносить эту фамилию. Да, в рок-энциклопедиях описывают по-разному, как правильно. Да-да-да, и на самом деле, это, кстати, вопрос.
с его проблемами, которые, чем закончился как раз этот период этого альбома. И то, что от них ушел Алан Уайльд. Его вклад в музыку Depeche Mode недооценен. Он всегда там был немножко чужим в этой компании друзей. Но вот его вот эта вот продюсерская, как бы звукоинженерная работа со звуком, она сыграла огромную роль в этих выдающихся альбомах рубежа 80-х, 90-х годов. У него, кстати говоря, если кто вдруг не знает, очень симпатичный собственный проект Recoil. С тех пор там он выпустил несколько альбомов. Mm-hmm. Вот, так что я спокойно отнесся к новому альбому Depeche Mode. Если он нравится их фанатам, это здорово, очень хорошо. Ну, лично я с вами вполне солидарен, но, в принципе, еще что стоит заметить у самой группы Depeche Mode, то очень спорно даже и по стилям, потому что вот она, ну, вообще такая нейтральная группа, что есть некоторые рокеры, которые любят и не любят, но те, кто любит более, ну, музыку там-то полегче, то, конечно, я знаю, что к ней обращаются даже сама субкультура, ну, которой уже не было год, и задавался вопрос, но на которого нет ответа, почему готы любят группу Depeche Mode. Ну как, почему? Потому что, нет, это вполне логично. Во-первых, Depeche Mode довольно мало имеют отношение к року, и появились они, в общем-то, не как рок-группа, я об этом говорил как электропоп-группа. Да? То есть все-таки, где все основано на синтезаторах, это некоторое, конечно, противопоставление року, хотя в широком смысле, конечно, мы это тоже назовем рок-музыкой. Вот этот альбом, который я упоминал, The Songs of Fate of Devotion, это, конечно, их наиболее рок-альбом, сделанный под влиянием гранжа с использованием гитар. Ну, гитары, как мы знаем, они, конечно, активно используют и сейчас. А готы, ну как? Depeche Mode связан с культурой индастриала, с музыкой индастриала. Киберготика даже та же. В смысле, вот это, понимаете, вот этот всегда черный цвет, черный имидж, это меланхолия, которая, вот, собственно говоря, в том числе и чем и прославлена. Тоже. Ведь группа Depeche Mode далеко не веселый коллектив. Поэтому с готами здесь, мне кажется, все нормально. Я предлагаю тогда перейти уже тоже к более немаловажной дате. Это 30 лет альбому The Joshua Tree группы U2. Все, это, кстати, альбом, который сделал наибольшую известность самой команде, хотя, несмотря на все это, у них были хиты до этого. Но для вас этот альбом является какой-то ценностью у группы U2? Нет, для меня лично нет. Но, безусловно, это ключевой. Опять же, понимаете, я как разделяю здесь свое общее понимание ситуации и какие-то свои личные вкусы. Я этот альбом не очень люблю, но этот альбом – это, конечно, такой мастерпис, да, то есть шедевр, такой ключевой камень, гранит на их пути. Безусловно, это важнейшая пластинка, которая сделала их группой мирового масштаба. До этого они, ну, долго шли к мировой славе и долго шли к тому, чтобы записать столь совершенную работу. Понимаете, почему я вот все время капризничаю и говорю, что мне не нравится? Мне, наверное, зрители подумают, что я ужасный сноб. Я не очень люблю идеальные работы, идеально классические законченные работы. Joshua Tree, безусловно, это классика, вот как когда мы говорим там о Моцартах, Бахах в мировой классической музыки, когда есть совершенная вещь, классика, в нее нельзя ничего ни добавить, ни убавить, и она остается таким алмазом вечным. Вот, конечно, Joshua Tree – такой альбом, который всегда будет сиять в истории рок-музыки. Безусловно, там они достигли какого-то совершенства, абсолютной законченности и так далее. Ну и стали, да, стали той группой, наверное, самой популярной группой в мире, какой они являются. А я вот у них на самом деле больше всего люблю их ранний альбом 83-го года под названием «Война». Да, «War», да. Потрясающе. Еще сырой, юношеский, с таким звенящим, знаете, звуком. Тогда, кстати, многие группы
и в Англии, и в Ирландии, и в Англии играли с таким звенящим гитарным звуком, очень постпанковский. Вот, вот эта пластинка моему сердцу милее, например. Ну что ж, да, ну, в принципе, если так сказать, то вы свою коллекцию по этот альбом бы не приобрели бы, если так разобрать. Да, да. Это смешно сказать, кстати, возвращаясь к теме Depeche Mode, что я, у меня есть только единственный альбом тоже в коллекции того же года, 83-го, это The Time Construction Again, такой наиболее, может быть, индустриальный альбом по звуку. Я его, кстати, недавно купил. На виниле, да? Нет, на компакт-диске как раз. Да, кстати, мы как раз затронули две группы, которые как раз объединяют то, что над ними работал известный фотограф, мною любимый, это нидерландский рок-фотограф Антон Карбайн. Всегда говорили, что он из Depeche Mode, ну, вспомните самые ранние фотографии самих Depeche Mode, какие они еще были, ну, совсем там молодые, там чуть ли... Смешные цыплята такие, совсем прям пионеры, да. Очень забавно выглядели. Да, но в результате они их считали, ну, каким-то бойс-бендом, там, поп-группой. Но благодаря Антону Карбайну, его постановкам, там, клипам, которые делал, и в том числе Where's the Revolution, ну, мы к ранним уже возвращаемся, то благодаря ему их стали воспринимать серьезно, благодаря его фотоработам, которые он делал. Ой, вы знаете, как интересно, а я впервые слышу такую версию от вас. Интересно, интересно. Вы знаете, я не думаю, что, может быть, это уж так прямо и именно это сыграло роль, но, наверное, вы правы, что Карбайн был одним из факторов. Но дело в том, что ведь в чем тут, какая особенность у группы Depeche Mode? Когда они начинали в своем 81-м году, тогда начинала масса групп вот этой новой волны британской электропопа, или синтепопа назовем, и все очень быстро прославились, и все очень быстро создали свои шедевры. А Depeche Mode очень долго зрели. Они долго очень не находили ни себя, ни свой стиль. И это долгое взросление на самом деле в каком-то смысле очень хорошая вещь. Потому что тот, кто долго остается молодым, долго учится, долго взрослеет, он его в итоге он значительно дольше сохраняет свой творческий потенциал. То есть ведь Depeche Mode, когда уже все вокруг, которые они были просто рядовой группой, которую никто всерьез не принимал, они отставали от массы своих коллективов, там Шпандау Балет, там Soft Cell и так далее. Но эти группы к концу 80-х годов закончили свою историю, если не раньше, уже сдулись, а Depeche Mode только-только стали входить в сок. И поэтому они прыгнули в новое десятилетие, в 90-е годы. Поэтому они сели в тот поезд, в который не попали никакие из их ровесников и коллег 80-х годов. Ну, почти никакие. И стали группой по-настоящему суперпопулярной именно в 90-е годы, уже в другое время, в другую эпоху, когда другая музыка была крутой. И в этом вот эта особенность их долголетия. И вот уже сколько, да, сколько я даже сосчитать не могу, уже к 40 годам идет существование. Их грандиозная карьера и масштаб этой группы, так сказать, такой мировой. Ну да, в принципе, и если в целом просчитать ихнюю дискографию, там, ну, взять все концертные альбомы, то это 45-й альбом уже выпустили. Это даже, я бы сказал, бы рекордно. Если так. Вот, и поэтому, как бы, то есть, ну, Карбайн, наверное, сыграл какую-то роль в том, что они нашли свой имидж. Но ведь это не, дело же не только в имидже. Здесь же дело, тогда надо вспомнить и про, да, и про звук. Конечно, особенно, ну, в том числе, даже если вспомнить тот их известный хит «Enjoy the Silence» 90-го года, который, кстати, клип отснял сам Антон Карбайн. А вы знаете еще, что их объединяет? Depeche Mode и U2, не только Карбайн, но еще такой, знаете, широкой публике неизвестный человек по кличке Флад. Это звукоинженер и продюсер, который работал на множестве альбомов Depeche Mode и на вот этих ключевых пластинках U2, в том числе на Joshua 3. Помимо Брайана Ина и, кстати, Даниэля Лануа, который тоже вот широкой публике не очень известен. Вот это два продюсера пластинки Joshua 3. И если Брайана Ина, в общем-то, все, конечно, должны знать,
то вот Даниэль Лануа, я бы прямо посоветовал послушать его работы. Это прекрасный музыкант, собственные работы, и песенные, и амбиентные, и которые он вместе с Брайаном Ино делал. Это прекрасные люди, конечно. Надо понимать, что Джошуа 3 продюсировали фантастические продюсеры. Вот Ино и Лануа. А звукоинженером выступал как раз Флад. Это ключевой, один из ключевых продюсеров эпохи постпанка, индастриала и новой волны. Mm-hmm. Вот звукоинженер. Mm-hmm. То есть они у Depeche Mode и YouTube в этот момент были, был один и тот же. Ну что ж, Андрей, ну у нас сейчас остается мало времени. К сожалению, время не резиновое. Но я хочу финалом поговорить про Честера Беннингтона. Это вокалист группы Linkin Park, которая тоже, ну, сделала свое звучание, там, добавив в рок-музыку речитативы. Как на вас повлияло появление этой легендарной команды, которая обрела популярность среди подростков, так как это были начало нулевых? Я точно сейчас выступлю как последний сноб. Прошу, дорогие телезрители, простите меня, но имя Честера Беннингтона я узнал только в день его смерти, когда об этом все стали писать. Меня никогда не интересовался, как зовут людей, играющих в группе Linkin Park, и вообще невысокого мнения об этом коллективе, как, наверное, любой музыкальный критик. Да, ну, у вас есть возможность пожелать что-нибудь нашим телезрителям и также вашим почитателям журнала Rolling Stone, ну и, конечно, любителям всей хорошей музыки. Ну что же, я, конечно, хотел бы вам пожелать находить новую прекрасную музыку, находить ее в современной ситуации, среди новой музыки. И, конечно же, не забывать про старую, потому что за нами огромная история прекрасной рок-музыки. И могу вас заверить, что там таится тоже огромное количество всяких прекрасных и неизведанных сокровищ, если вы начнете обращаться назад и слушать что-нибудь не то, что слушали вы свои молодые годы. Ну и о молодежи тоже учиться на старой музыке и делать прекрасную новую музыку. Ну что ж, спасибо огромное, что нашли время для нашего с вами общения. Еще раз поздравляю вас с Днем солидарности журналистов. Всего наилучшего. Спасибо, вас также. Спасибо большое. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що в мене в гостях на честь свята Дня солідарності журналістів був музичний критик-оглядач журналу Rolling Stone Андрій Бухарін. З вами був Олексій Грін. І, як завжди, я вам хочу побажати миру та всього найкращого. Ну і подивимося кліп від гурту Linkin Park на пісню «Crawlin'».